В этот день на стадионе «Динамо» состоится центральное празднование этой замечательной даты. И тут, кому посчастливится быть на стадионе, увидит очень многое. Ожившие страницы истории, замечательные яркие коллективы, детский хор «Тысячный», который выступал на зимней Олимпиаде в Сочи, увидит десятки замечательных фольклорных коллективов, а всего участников только на поле будет около 2000 человек. Это будет красочное, яркое, незабываемое зрелище.